Приемные премьер-министра по рассмотрению обращений предпринимателей. Сегодня они призваны обеспечить прозрачность в развитии бизнеса, создание благоприятных условий, вовлечение населения в предпринимательство, устранение различных бюрократических препятствий. В 2020 году в приемные в Самаркандской области поступило более 5000 обращений. Более 3700 вопросов были удовлетворены. О конкретных фактах Лилия Баратова. Одно из крупных производственных предприятий развернуло свою деятельность в свободной экономической зоне под названием Ургут. Запуск в 2018 году обошелся в 32 миллиона долларов. Завод, где трудятся порядка 600 человек, в настоящее время изготавливает ковровые изделия. Производство ориентировано не только на внутренние, но и на внешние рынки. С их ассортиментом знакомы во многих странах СНГ. Однако недавняя пандемия подкосила не только крупный бизнес, но и малый. В их поддержку государство приняло ряд мер, что не могло не дать своих положительных результатов. Несмотря на льготы и привилегии, все же некоторые предприятия испытывают определенные трудности. Самаркандские предприниматели их озвучили на выездных встречах премьер-министра Республики Узбекистан. Нам необходима была отсрочка кредита сроком на 2 года, чтобы поддержать наш бизнес, наших рабочих. Данный вопрос рассматривался на выездной приемной премьер-министра Республики Узбекистан. Я рад, что он решился положительно. В результате у нас увеличивается производственная мощность, увеличиваются рабочие места. Конечно же, появилось больше возможностей в реализации новых инвестиционных проектов. Системное решение вопросов, стоящих сегодня перед бизнесом, развитие региональной инфраструктуры позволит создать еще больше новых рабочих мест. Ариф Ильясов из Тайлака, известный в Самарканде пчеловод. В данном направлении он создал целый комплекс. Однако бизнес не может работать в полную мощь из-за проблем с кредитованием и с оформлением земельного участка. Решить проблему удалось лишь после обращения в приемную премьер-министра. Я обратился в выездную приемную премьер-министра Республики Узбекистан, и мой вопрос решился положительно. Все кадастровые документы у меня на руках. Помимо прочего, обращался и с проблемами кредитования. И этот вопрос также решился положительно. Для развития моего бизнеса мне выделили 150 миллионов сумм. В течение 2020 года в Тайлакском районе на выездных приемных премьер-министра Республики Узбекистан поступило 276 обращений. Все они отдельно рассмотрены и изучены. Из них 165 решены положительно. По остальным 111 вопросам были даны разъяснения. Каждый предприниматель, обратившийся в приемную премьер-министра, отметил, что система действенна. Все жалобы и обращения на местах рассматриваются максимально четко, прозрачно и оперативно, что играет важную роль в стремительном развитии среднего и малого бизнеса.